Областной краеведческий музей уже давно зарекомендовал себя как площадка для интересных творческих проектов. Здесь проходили встречи с известными людьми, эксклюзивные мастер-классы, открытые уроки и лекции. В 2017 году специалисты учреждения решили не сбавлять заданный в минувшем году темп и вышли с новыми интересными предложениями. Те люди, которые могут о себе позаботиться сами, развлекают себя, могут иметь возможность сходить и в театр, и в музей, и на концерт. Поэтому мы в первую очередь хотим дать какую-то радость и позитив тем, кто, ну, мягко говоря, не может этого себе позволить. Ну и, наверное, как никто в этом нуждается. Новый творческий проект «Несем позитив» с участием Брестского завода «Белалка» и коллектива «Музарт» проедет с праздничными программами по социальным учреждениям всего Брестского региона. В планах авторов идеи уделить внимание самым уязвимым социальным категориям – одиноко проживающим пенсионерам, людям пожилого возраста, детям-инвалидам и сиротам. Сопровождать проект будут сотрудники областного краеведческого музея. Они подготовят для каждой встречи тематический вернисаж. Мы каждый раз будем подходить дифференцированно. У нас есть несколько выездных выставок, которые работают и уже обкатаны на разных площадках, посвященные и истории города, посвященные и истории Брестской области, и посвященные теме Великой Отечественной войны, и брестским писателям, и на экологическую тематику. Вот, всех их будем предлагать и, возможно, дополнять какими-то предметами из наших фондов. Ближайшее мероприятие пройдет 19 февраля. Творческая группа посетит санаторий для ветеранов и инвалидов Ясельда Пинского района.